стартовал второй этап формирования общественной палаты городского округа Люберцы. В первом было принято 134 комплекта документов. Теперь начались обсуждения кандидатов. Второй этап завершится голосованием. Прием документов в общественную палату городского округа Люберцы завершился 7 апреля. Теперь до 30 числа проходят обсуждения выдвинутых кандидатов на общих собраниях. Во время этого этапа каждый, кто изъявил желание стать общественником, может рассказать о своей программе и представить самого себя. Меня зовут Павел Николаевич Евсиков, мне 41 год, в Люберцах я проживаю с 2007 года. Работаю совсем недалеко, а во Дворце детского и юношеского творчества, один из создателей и руководителей детской эстрадно-вокальной студии «Оранжевое небо». Именно за эту студию в прошлом году я стал лауреатом государственной премии, точнее говоря, губернаторской премии «Наши Подмосковья». Всего в общественную палату будут избраны 45 человек. Кандидаты должны иметь российское гражданство, постоянно проживать в городском округе Люберцы, быть беспартийными и совершеннолетними. И, конечно, любить общественную деятельность. Я избрала такой жизненный путь, служить людям. Это не просто так говорю, это мое как бы внутренняя моя позиция. Мне нужна многозадачность по жизни, поэтому я всегда себя, помимо профессиональной деятельности, еще и вот всегда беру какие-то общественные нагрузки, потому что для меня это важно. 22 апреля 2017 года будет проведен единый день голосования за кандидатов, а в рамках третьего этапа состоятся отбор и утверждение членов общественных палат советами депутатов, губернатором Подмосковья и общественной палатой Московской области. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.